думали, в чем причина может быть. Уже все присмотрели. Поехали в автохаус. Тут у нас в Броварах на Тормаш. Электрик посмотрел и обнаружил причину. Диагностика 400 гривен стоит. Вот что он нашел. Видите? Провод на датчик. Но это я сейчас обрезал. И хочу попробовать его залудить. Но тут же залудить. Тут надо добраться, то есть с двигателя снять жгуты проводов. Вот. И тут где-то кусочек был. Сейчас посмотрю, куда он делся. Вот видео макро. Видите? Вот такой кусок, огрызок на конце этого провода был. Я его отрезал. Теперь видно, что уже ранее была проблема с этим. Поэтому там надо туда добраться, посмотреть соседние провода. Может, там и с соседними проводами проблема. Теперь мне нужна информация, как добраться до провода, вытащить его. Там надо снять аккумулятор, снять блок предохранителей под капотом двигателя и вытянуть жгут проводов, размотать и желательно вот это припаять провод и термотрубкой обжать. И на этом, я считаю, проблема будет решена. В общем, смотрите, что нам сказали на СТУ, автохаус Бровары Электрик, что вот это надо снять блок предохранителя, где двигатель. Это не нужно снимать, потому что тут идет прямо в салон отдельно провода, жгут проводу в гофре. Вот распределитель зажигания, тут надо, получается, на трех шпильках держится. Вот. Не надо мучиться. На бок отсегнули вот эту фишку от распределителя зажигания. Потом провод от генератора и стартера мы сняли плюсовой. Ну, конечно, перед тем, как снимать, обязательно нужно снять аккумулятор, чтобы не сделать замыкание машины, еще, не дай бог, загорится. Вот тут хомутик пластиковый. И вот смотрите, вот проводок этот оборванный. Такое ощущение, что он вроде чем-то отрезанный. Видите? И вот нам надо добраться к нему, припаять. Если все нормально, значит, датчик температуры на панели приборов заработает. Если нет, значит, где-то еще может быть проблема. Вот. Но пока мы видим в этом проблему. Потому что электрик сказал, что провод был на соплях держался. Хотя на хвостовике я вижу, что он не совсем на соплях. Видите? Но это будем проверять. Ну вот, видите, припаяли и термо вот этой трубочкой обожмем его. То я заранее тут обжал, когда залуживал. И на этом все. Проверим еще. Прогреем двигатель и датчик проверим, работает или нет.
А тут оно подключится. Подключается тут. Только нам надо ее под низ подвести. Под трубу. Руки грязные. В общем, вы поняли. И вот это все скрутим. Поставим все на место. Распределитель зажигания. Вот таким паяльником мы паяли. Слабеньким. И он справился. Паяльник. Вот такой паяльничек. Обычный. Маленький паяльничек и запаяли. Припаяли. Так. Все мы собрали. Оно... Смотрим на датчик температуры. Смотрим. Ну, это надо время, пускай, чтобы долго камеру не держать. Ура! Все заработало. Значит, мастер был прав. Видите? Все, температура пошла. Слава Богу. Ну вот, может, у кого-то такая же проблема будет. Вот, посмотрите, проверьте. Так же сделайте, как мы. И будет все хорошо. Все. Пошла уже температура.